Формирование комфортной городской среды в Щелкове идет полным ходом. Продолжаются работы по благоустройству территории сквера вдоль Пролетарского проспекта. Ход работ глава городского округа Андрей Булгаков проверил вместе с жителями. Несмотря на то, что к завершению подходит только первый этап работ, будущие очертания нового сквера уже видны. Территория будущей точки притяжения больше 2 гектаров. Около 9 тысяч квадратных метров будет отведено под озеленение. Здесь высадят 250 цветов, 90 кустарников и 19 деревьев. Прогулочная зона разделена на две – для пешеходов и велосипедистов. Учитывая пожелания, велосипедная дорожка будет асфальтовая. Центром сквера станет современный фонтан с подсветкой, который будет проходить ручьем около ивы. Рядом с ним под навесом можно будет отдохнуть на качелях. Перепад высот в сквере порядка 19 метров, поэтому проектом предусмотрены ступени и, что важно, пандус. В следующем году приступят ко второму этапу работ. Обустроят детскую площадку около дома номер 25 и сквер от Сбербанка до улицы Талсинская.